Ритузики с бабочками на них приводят любителей книги в такое место, которое называется Бабочкина тропа. Или там Монарх Трейл, оно так называется. Вот. И сейчас мы вот по этой, ну, как сказать, палубе, по этому настилу будем двигаться. Вот такой лесок. И это так называемый санкчури, то есть, ну, можно сказать, заповедное такое место, заказник такой, в котором, видите, мы не ходим по всему лесу, мы ходим по тропе, чтобы в меньшей степени участвовать в жизни бабочек своим присутствием. Вот тут детки бегают. И можем смотреть по сторонам, можем читать, что там написано на всяких указателях подробных. Единственное, чего не то, что не гарантировано, но как бы сомнительно, то, что нам удастся их увидеть сильно, этих бабочек. Обычно люди с хорошей оптикой ходят, чтобы вот на них посмотреть. И вот тут есть знаки, которые все рассказывают. Вот, пожалуйста. Вот, друзья, мы приближаемся к роковому месту, где люди высматривают бабочек, кто чем может. Вот, кто глазом, кто биноклем. А вот тут у нас стоят люди с окуляром таким серьезным. Посмотрите. Чего немножко не вытянуть? Что-то они так стоят, наклонившись, я даже не знаю. Вот. Образовалась очередь? Вот, я смотрю, там стоят, фотографируют, пугают бабочек вспышками своими. Вот она, красавица. Вот, друзья, я снизу ухватил тут один из кластеров. Видите, они там шевелятся. А белые, Михаил? Белые. Парчинис. Да? А можем сходить? Хотите? Или не, ну не прямо тут, это надо отдельное место. После покушать или уже потом поздно будет темно с фонариком? Не локально. Не локально. Мы поменяли дислокацию немножко. Вот они, кластеры того, вот они. Они просто бомб А это специальная версия у них, такая продвинутая, которая хорошо летит. Идет на 4 поколения. Ребята обсуждают там информацию на плакатике. Сейчас я вам тоже покажу. Все в одной жизни, а у них хоть... У нас тоже тела меняются, да? Вот, видите, такой плакат красивый. Красный одни монархи сад, живут от 4 до 6 недель, а другие живут от 6 до 8 месяцев. Дело. Читайте Википедию, там, возможно, все рассказано.